Что может быть лучше красного мустанга? Всем привет, дамы и господа! Меня зовут Эдди, ваш хост, ведущий. И сегодня мы посмотрим мод, который очень многие люди просили увидеть. Мод на рестлинг. Давайте поглядим, что может наш CJ. Подходим к какому-то персонажу, желательно с кулаками. И нажимаем клавишу K, русская L. Посмотрим. Опа! Вау! О май гад, просто минус пилот. Это было очень сурово, смертоносно. Хорошо, есть еще две клавиши. Давайте посмотрим. Вторая клавиша это L, русская D. Смотрите. Захват. И на тебя просто минус. Все, сразу смерть. Сразу смерть. Но есть еще третий прием, это клавиша R. Просто около педа. Просто бедная девчонка. На самом деле мод работает не совсем хорошо. Вы заметили некоторые баги, да, то что мы не взяли голову полностью. Но мод не идеален. И на этом ему спасибо, как мне кажется. Мод крутой. Давайте еще раз попробуем нажать клавишу K около чувака. Это очень сурово. Это очень сурово. Хорошо. Также, помимо данных вещей, у этой модификации есть стадион, на котором будут идти бои. Давайте подъедем, это находится рядом, в Лас-Вентуросе. Посмотрим на стадион, какие там бои проходят, что проходит, и отправляемся туда. Вот этот самый стадион, посмотрите, в Wrestling Mania. Есть такой билборд огромный, Сникерс, Rocket League, Cricket. Давайте припаркуемся, мне кажется, вот эта парковка все-таки... Потому что других мест для парковки я не вижу. Красиво встанем. Тут есть также огромный просто экран. Вон, там показываются какие-то картинки, либо видеоролики. Видимо, знаменитые рестлеры. Я точно не знаю, конечно, только знаю Джон Сина. Благодаря всяким интересным мемам. Хорошо, давайте перелезем, посмотрим, что там происходит. Уже толпа людей стоит. Видимо, бой начался. Нетворк, интересно. Так, кто же с кем дерется, ребята? О май гад! Вау! Давайте, ребят, гаситесь. Мне очень нравится, что есть озвучка от комментаторов. Как будто играешь в FIFA, людей очень много собралось. Даже наши ребята, вот Groove Street, всякие бабушки, дедушки, просто официанты. Есть также мониторы. Вау, посмотрите, что-то написано. Кто все эти люди, ребята? Вау! Вау, вау! Что происходит? Но какой-то бой не совсем равный. Почему-то он просто упал с ринга. Хорошо, смотрите, вот непосредственно экран. Тут у нас есть всякие картинки интересные. Давайте также покажу бэкстейдж. Ну, то есть зона, где люди тренируются, просто ожидают своего выхода. Просто перелазим вот сюда, так сказать, идем под трибуны. Такая техническая зона. И тут, конечно, есть тоже рестлеры. Вот первый из них. Не знаю даже, кто это такой. Если вы знаете, напишите его имя, фамилию. Возможно, вы его узнаете. Есть также картинки новые, посмотрите, вот. Это кто? Это Джон Сина, что ли? Не знаю, но видно то, что тело накачано. Можно также позаниматься, купить содовую. Тут можно побоксировать грушу. Посмотрите на его стойку. Чувак занимается усердно, готовится прям к тренировке, к боям. Есть еще другое крыло, можем пойти подальше. Там тоже будут какие-то интересные рестлеры знаменитые. Есть также девушка, можем потягать штангу. Вот она стоит, наверное, она просто ждет кого-то. Хорошо, есть беговая дорожка. И должны стоять также тут какие-то рестлеры, да? Тут тоже есть интересная зона, небольшой такой фудкорт. Вот тут кто-то ел пиццу, купить можно содовую. Тут уже люди посуровее, потому что они почему-то все в трусах. Непонятно, непонятно, что на них нашло. Чел просто любуется. Типа, я скоро стану чемпионом мира. Видно, фотограф есть, прикольно, мусорка. Они что-то обсуждают. Ух ты, смотрите, какие татуировки прикольные. Так, интересно. И все, походу. Больше никого нету. Также стоит машина, обычная Кэдди, но от нее толку никакого нет. И вот опять, ребята, тот самый бой, который никак не закончится. В общем, такой мод. Давайте напоследок, я не знаю, кого-то еще раз мы постараемся захватить. Допустим, его. Вау.
Вот это я понимаю, ребята, настоящий бои. Так что всем спасибо за просмотр. Rocket League, Cricket, Wrestling Mania. Всем удачи, be safe, be well, stay house, and God bless you. Наконец-таки ваш долгожданный мод про рестлинг. С вас, как всегда, лайк. И, наверное, все. Так что всем удачи и всем пока. Адьос. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья, это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.